Ряд школ Усть-Каменогорска признали несоответствующими проектной мощности. Учреждение образования на 700 мест принимает до 1500 детей. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. До начала учебного года санитарные инспекторы проверили все образовательные заведения региона. В отдаленных районах выявили факты отсутствия договоров на утилизацию сточных вод в сельских школах. Сейчас проблемы устранили. Местным акиматам дали рекомендации не откладывать запланированное строительство новых школ. Были созданы мониторинговые группы для оценки готовности объектов образования. Мониторинговые группы оценена готовность всех школ. В 5 школах города Усть-Каменогорска было выявлено несоответствие требованиям проектной мощности по городу Усть-Каменогорск. В следующем году планируется 4 комфортных школ строительства.